3056 год. Где-то в глубинах Тихого океана. Ребята, высаживаюсь! Обстановка спокойная. Начинаю исследовать пещеру. Ресурски собрали, погнали. Опачки! Обнаружен враг. Морские обитатели недовольны. Исследуй морские глубины, добывай ресурсы и прокачивай своего меха. В этом видео первый взгляд и обзор на новинку Codename Ocean Keeper. Погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и я продолжаю для тебя искать новинки. Ссылочка на эту замечательную игрушку, конечно же, в описании. Что мы тут делаем? Ну, собственно, спускаемся в море на своем мехе и ищем пещеры. Нашел пещеру, исследующий ее, пока идет таймер. Как только время заканчивается, на тебя нападают всякие морские жители. И что надо делать? Надо защищаться, но только уже в своем мехе. 5 секунд. Давай! Давай, мужчина, давай, ёлпалы! С каждой новой волной, соответственно, врагов все больше, больше и больше. Получите, блин! Все очень просто. Вот они, пещеры, да? Вот такие вот входы. Я могу опять же в эту пещеру спуститься, а могу уже в новую пойти исследовать, да? Мы здесь добываем, значит, вот такие вот штуки, и это самое главное, короче. Потому что это апгрейд и прокачка навсегда. А вот эти вот камушки, да? Это временное усиление, так сказать, конкретно вот на этой вылазке. Сейчас тебе покажу. Вот сюда нажимаем и делаем апгрейд. Можно также меха прокачивать, да? Либо копателя. Капец, перегруз. И оп, дотащил. Понял, да? В общем, есть валюта, которую мы добываем просто копая вот эту. А есть всякие камушки, которые усиляют тебя именно на этой вылазке. Все очень просто. Побежали. Идут застранцы, еб. Ракета! Так, давай теперь вот в эту вот пещеру спустимся. Максимально простое управление. Все. Ёб, какая толпа, а. Ракета, ракета. Двой. Хорошо. Вот, блин. И все. Волну прошел, отчет пошел. Надо, конечно, желательно рядом с пещерой заканчивать каждую волну. Это уже новая пещера. Ну и все. Из минусов. Нет привязки по гуглу, то есть если ты удалишь нафиг игру, то прогресс ты потеряешь, да? И реклама, собственно. Я нашел артефакт, я сейчас стану намного сильнее, но это за просмотр рекламы. Так, что-нибудь еще прогрейдить? Грузоподъемность. Хыч, блин, еще бы скорости чуть-чуть, да? Меху можно скорости добавить. Не-не-не, пока только копатель. Мощность дрели. Во, вот так уже бодрей. По моим ощущениям, очень крутая убивалка времени. Затягивает вообще просто не по-детски. Ну а если разработчики и дальше продолжат бомбить обновы, это может стать прям хит. Вылазим. Так, в этой пещере мы хорошо прям исследовали. Поэтому. Ёп, червяк большой. Блин, мы очень далеко от пещер.
Побежали к какой-нибудь пещере. Вон. Погоди, не убивай, не убивай. Видишь, да, я нашел сейчас артефакт, вот смотрел рекламу, и чё, и мне добавили автоматический крутой дробовик. Третье оружие. Оп, шикарно залезли в пещеру. Прям вообще, по максималке, короче. Ну-ка, чё еще можно прогрейдить? Грузоподъемность. Вот сейчас, короче, нам надо меха уже улучшать. Копатель у нас уже вообще нормалды, да? Следующая волна будет прям жесткая. А это что за бомба? Это моя бомба. Бэм! Капец, да? Классная штука без Б. Давай, 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 давай. Так, давай. Все, сейчас будет замеса. Ну вот, пулемет могу, да? Чуть-чуть прогрейдить. Мне кажется, вообще хорошо. Не уходим отсюда. О! Попробуем здесь держать оборону. Ах ты! Ё-моё! Зажимают! Говноеды! Нормально, нормально, да? Вывозим. Ваш мех уничтожен. И чё? И ничего. Заработана метавалюта. Метавалюта с тобой навсегда. И за неё ты уже апгрейдишь, собственно, да? Своего меха и копателя. Прям навсегда. Чё у нас тут есть? Значит, у меня в данный момент куплен пулемет и вот такая вот установочка. Ракетно-пусковая установка, да, скиллы. Есть апгрейд, соответственно, индикатор врагов, индикатор пещеры. Купец, классно. Есть скиллы, это дополнительный, да, залп. Ну и пушка, у меня обычный пулемет. А я могу еще взять вот так вот и... Опачки! Грязь? Ну, что я тебе могу сказать, основное оружие меняем. Мне кажется, сразу вот прям не стоит, да, тратить бабки именно в основное оружие. Надо все-таки вот эти скиллы покупать. У нас их аж 3, да, ячейки. Ну и делать апгрейд, собственно, своего меха. Плюс копателя. И это улучшения, которые уже с тобой будут навсегда. Давай возьмем индикатор пещеры. Очень интересно его посмотреть, да. Потом индикатор возьмем, значит, еще... врагов. Ну и копателю что-нибудь улучшим. Скорость копателя быстрее будет, значит, он это, передвигаться, да? Ну и все. Прокачали и погнали на следующую вылазку. Настройки максимально простые. Конечно же, присутствует магазин. Причем, где можно раз в сутки, я так понимаю, посмотреть немного метавалют получить. 300 валюты этой. Поехали. Затягивает прям вообще капец. Я возьму пулеметик. Повторюсь, главный минус, конечно, это реклама. Но если тебе понравится игрушка, ничего страшного. Можно и так играть. Давай, чудо. Все, меха напрягают. Бегу, 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 бегу. Бегу. Так, пойдем-ка мы в другую все-таки пещеру, да? Что-то мы тут выгребли прям хорошо уже. Ой, мы вообще нормально кроем, да? Полетела красавица. Стоп, стоп, стоп. Не убивай его. Вот теперь. Так, сейчас пока артефакт будем тащить, да? Сразу бомбу зарядим. Вот так. Так, автоматическая ракетная пушка, снайперская винтовка или дробовик. Мне кажется, ракетную пушку. Смотри, рерол.
Можно поменять, да, выбор вот этих наград, если рекламку опять же дополнительную посмотреть. Все, меха напрягают. Бегу, бегу, дружище. Чувствую, сейчас дадим просрать. О, босс. Дошли до босса. Большой червяк, блинчики. Йо, я его вообще просто в хлам ща порву. Ха-ха-ха. Супер. Смотри, чё. А может и нет. Блин, он сносит, да? Все, первый раз босса прошел. Прикинь. В общем, да, как ты понял, игрушка зачетная и да, она затягивает. Не веришь? Скачай. Посмотри, ссылочка в описании. Ну а с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот видос, этот обзор. Если понравился, не забудь оценить лайком. Видосы все так и продолжают выходить каждый день. Подписывайся, чтобы не пропускать. Удачных тебе вылазок на морские глубины. Пока-пока.